лейтенант Геннадий Зимров. Более 1500 выпускников Академии удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации. Свыше 150 из них удостоились этого звания дважды, а маршал авиации Гордон трижды. Полк награжден 3 орденами
возглавляет полковник Владимир Беляев. Законы Великой Отечественной железнодорожки восстановили около 120 тысяч километров путей, более 15 тысяч мостов. Построили свыше 10 тысяч километров новых железнодорожных путей. Личный состав бригад принимал участие в восстановлении дорог, разрушенных наводнениями на Дальнем Востоке в 2013 году. Торжественным маршем готовит батальон отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России. Командует парадным расчетом командир дивизии генерал-майор Сергей Захаров. Thank you.